Грандиозным концертом на новой сцене Большого театра открылись Дни культуры Таджикистана в России. Артисты в нарядах ручной работы поражали зрителей яркостью постановок и, конечно, исполнительским искусством. Народные песни, танцы, стихи Омара Хайяма и других восточных классиков. А еще советские шлягеры, композиции из известных фильмов, исполненные в оригинальной манере. И это только начало. Мероприятий запланировано множество. Дни культуры для нас – это долгое ожидание встреч, ощущение радости, возможность увидеть и поговорить с друзьями. Главное для нас с вами – это взаимное общение, диалог мастеров культуры. Сегодня мы перешли на новый этап нашего сотрудничества. Одно из пунктов, там написано, определить и обеспечить двум министерствам все условия для того, чтобы наши работники культуры свободно могли взаимодействовать, организовывать различные мероприятия и в рамках театров, и в рамках музеев, и в рамках циркового искусства, и в рамках образования.